Акбутасит Магомбет наконец-то стала мамой. Девушка родила сына, которого назвали Ибрагимом. Сегодня новоиспеченную мамочку и малыша выписали из роддома. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Напомним, отец мальчика – актер Даурен Айдаркулов, который до встречи с Акбутой уже был счастливым мужем и многодетным папой. Но, видимо, молодой человек не устоял перед чарами бывшей солистки Кешью и напрочь забыл о семье. Его лодка любви с предыдущей супругой разбилась, а скалы его неверности. Кстати, сладкая парочка очень долго скрывала от общества свои отношения. Тем более, Акбута утверждала, что ее с Айдаркуловым ничего не связывает. Но, как говорится, все тайное становится явным. И теперь воркующих голубков можно смело поздравить с прибавлением в их неофициальном семействе. Ведь как таковой свадьбы у молодых еще не было. Что ж, надеемся, в скором времени и Акбутасит Магомбет наденет подвенечное платье.